Дагестан впервые в истории примет чемпионат России по грэпплингу. Он пройдет с 11 по 14 ноября в Каспийске во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева. Об этом сообщил старший тренер сборной России Гаджимурат Абдуллаев. Соревнования такого уровня в республике пройдут не случайно, ведь развитие грэпплинга в Дагестане превосходит все регионы страны как по массовости, так и по результатам на всероссийских и международных турнирах. Напомню, в 2018-м в Каспийске проходил чемпионат Европы по грэпплингу, на котором дагестанские спортсмены принесли сборной команде России 13 золотых медалей.